Аквалунг – это имя, которое ассоциируется с самим дайвингом, поскольку именно его основатели открыли дайвинг миру более 60 лет назад. На протяжении всего этого времени компания развивалась и совершенствовалась в своем стремлении к новому, добиваясь внушительных результатов в развитии индустрии дайвинга. Сегодня «Аквалунг» состоит из лучших компаний-производителей водолазного и водного снаряжения и объединяет ряд брендов. Это, собственно, «Аквалунг», «Техни-Саб», «Сиквест», а также «Апекс», «Дипси» и «Аквасфера». «Сиквест» гордится своей репутацией лидера среди разработчиков и производителей компенсаторов плавучести. Компания предлагает широкий диапазон моделей компенсаторов, из которого можно выбрать то, что отвечает вашим требованиям и вашему бюджету. Компания «Техни-Саб» – лидирующий специалист в области пластиковых материалов и силикона, а также мастерски созданных масок, трубок и ласт. Модели масок отличаются от других брендов уникальной комбинацией комфорта, элегантности, отличным прилеганием и широким обзором. Инновационной является пряжка маски. Она вращается не только вверх-вниз, как многие пряжки, а также внутрь-наружу. Это обеспечивает максимально комфортную адаптацию маски под любую форму головы. Ласты «Техни-Саб» обладают максимальной эффективностью и при этом имеют малый вес и изящную форму. Главную гордость компании «Аквалунг» составляют регуляторы, высокое качество которых – исторически сложившаяся традиция, неизменно поддерживаемая на протяжении десятилетий. Все регуляторы «Аквалунг» проходят объективные испытания, при которых рабочие характеристики оцениваются с помощью стенда-стимулятора дыхания «Ансти». Стенд-стимулятор определяет количественные параметры вдоха и выдоха, задавая регулятору изменения по глубине, давлению и температуре воды. Результаты испытаний параметров вдоха и выдоха анализируются на компьютере для получения значений общей работы дыхания. Все регуляторы «Аквалунг» удовлетворяют или превосходят жесткие требования международных стандартов. Каждую отдельно взятую партию регуляторов изготавливает один единственный работник. Проверка же изделий производится по специальному алгоритму. Поэтому, приобретая регулятор «Аквалунг», вы можете быть абсолютно уверены в том, что он прошел всеобъемлющую проверку качества и рабочих характеристик. Для «Аквалунг» чрезвычайно важен максимальный комфорт дыхания, который обеспечивается регулятором. Его мембранный механизм имеет высокоэффективную и надежную конструкцию, проверенную временем. По мере глубины погружения промежуточное давление сверхсбалансированного мембранного регулятора растет быстрее, чем в традиционных мембранных регуляторах. Это возрастающее давление в камере редуктора компенсирует увеличение плотности, то есть возрастающую вязкость воздуха на больших глубинах. Результат – одинаково превосходная легкость дыхания, независимо от глубины погружения. Кроме того, последние регуляторы «Аквалунг» оснащены новой системой ICD. Эта система автоматически закрывает первую ступень, изолируя ее от внешней среды, как только регулятор отсоединен от вентиля баллона. Если регулятор хранится без заглушки коннектора, внутренности первой ступени защищены от коррозии и проникновения посторонних частиц. Тем не менее, рекомендуется использование заглушки коннектора, чтобы защитить коннектор от ударов. ICD обеспечивает наилучшую защиту от проникновения воды и наилучшую защиту от загрязнения. Система ICD – это улучшенные меры безопасности. Кульминацией деятельности компании в области искусства создания регуляторов стала серия «Легенд». Это лучшее из того, что когда-либо было создано «Аквалунг», и лучшее по дыхательным характеристикам, которые когда-либо были представлены дайверскому сообществу. Серия «Легенд» – это регуляторы класса «Хай-энд». Кроме того, новый регулятор серии «Легенд» «Глясия» зарекомендовал себя как первый в мире действительно незамерзающий регулятор, что подтвердили стендовые испытания, при которых регулятор погружали на глубину 100 метров при нулевой температуре. Неважно, каков уровень вашего опыта – технический вы дайвер, совершающий глубоководные погружения, или open water дайвер, погружаетесь ли вы на Красном море раз в году или активно погружаетесь в ледяных водах Белого моря и Арктики, регуляторы серии «Легенд» удовлетворят ваши потребности.
Прогресс возможен только при условии постоянной эволюции. Поэтому «Аквалунг» всегда создавал и будет создавать свою продукцию с огромной постоянной заботой о качестве, внедряя новейшие разработки в области материалов, технологий и дизайна.